Вся эта внутренняя, казалось бы, такая очень линейная, да, очень схематичная, схематичный прогноз теряет смысл, если мы вспомним еще такие обстоятельства, как война, как наличие, реальное наличие очень сильной партии войны с социальной базой, потому что мы имеем дело с мощной, хорошо организованной, внутренне консолидированной военной организацией, с новой элитой, которая, с одной стороны, имеет репутацию героев, с другой стороны, имеет уникальное, еще уникальное в истории независимости, люди, представляющие армию, спецслужбы, не имели таких материальных, организационных и административных возможностей и влияния на политику. И по определению эта система будет требовать своего места, роли как в бюджете, так и в политической системе. Сейчас возникает реальная возможность ее становиться политическим субъектом. Я бы именно так посмотрел на инициативу появления так называемого оперативного штаба. Можно чуть-чуть поподробнее? Ведь когда возникла идея пересмотреть статус определения, да, конфликта на Донбассе, отказаться от АТО, то в основном все дебаты были вокруг того, что мы как называем, возможно ли, насколько эффективно действует там армия, нужны ли новые полномочия. Ну, на самом деле, совершенно справедливые, правильные проблемы, и я не хочу это комментировать. Но вот за кадром осталось все-таки то, а что так, чем может стать так называемый оперативный штаб. Так вот, я на эту инициативу смотрю не просто как на оптимизацию управления в особых условиях войны, но еще как на политическую амбицию и создание нового центра влияния, распоряжения и, возможно, игры и в условиях войны, и в условиях украинской политики. Сколько бы ни говорили о том, что оперативный штаб – это возможность прямого управления президентом, значит, ресурсами и инструментами конфликта, но появление такого центра сборки, в котором интересы военных, интересы политиков, связанных с войной, и все возможности государственной машины, исполнительных структур, местного самоуправления будут концентрированы в точке, это новый субъект в этом раскладе, который, несомненно, будет в таком случае пользоваться авторитетом и поддержкой всех, кто связан с конфликтом. Несомненно, голос тех, кто будет представлять такую структуру, будет равен голосу политика. Но я уже не говорю о том, что все, кто в силу там, государственной службы или военных обязательств в наших глазах представляет вот, значит, украинскую сторону в войне, это военные губернаторы, это представители там, нынешних штабов, их райтеры, они уходят на второй план, потому что возникает просто новый центр, источник информации, трактовки, формулировок и распоряжения. Я рассматриваю это как такой скрытый новый центр влияния на общеполитический процесс. В случае принятия этого решения мы будем иметь дело просто с новым раскладом, не только военной организации, но и государства в целом. Они союзники Порошенко или кто они? Вот конкурент. Это важно. Конкуренты, которые сейчас являются попутчиками. Не случайно термин «партия войны», он не связан буквально ни с политической партией, ни с какой-то отдельной институцией. Речь идет скорее о группе настроений, представленных в лицах и в президентском окружении, и в СНБО, и в некоторых силовых структурах, и которых мы читаем только тогда, когда они выступают с более четкими и понятными предложениями. Вот, при всем признании того, что действительно ситуация с АТО за 3 года выглядит вообще как сюрморон, и в правом отношении, и в управленческом, я это признаю, просто, наверное, решать это нужно было по-другому. Но с возникновением трактовок, как и когда это решить, и какие определения появились. Определение войны, определение оккупанта, агрессора, особого политического центра распоряжения этим конфликтом. Однозначно, это, по сути, четкая визуализация, как партия войны видит свою роль и место в этом конфликте. Особая роль и особое место. Потому что ни юрист, ни бюджетник не сможет объяснить, в чем соль, политическая соль этого решения сегодня и сейчас. Немаловажный момент, что это подобного рода решение, которое, по всей видимости, будет обсуждаться на следующей неделе, а приниматься решение, наверное, будет в контексте вот тех событий, которые мы еще будем говорить, в большой политике.